Всем привет! И с вами Марулол и Марина Гоу. И сегодня у нас батл между пятерочкой и магнитом. Нам нужно набрать завтрак, обед и ужин студенту на лимит 100 рублей. Поехали! Так, я нашла завтрак. На завтрак я возьму кашу быстрого приготовления с клубникой за 6 рублей. Кидаем в корзину. Мы набираем завтрак. Я думаю, что на завтрак особо много не надо. Поэтому уже буду искать кашу быстрого питания. Смотрите, что нашла. Нашла кашу быстрого приготовления. Смотрите. Вот кашки овсяные разные. С клубникой. Еще вот такой вот черникой. Давайте красную цену. Вот такую вот, наверное, возьмем какую-нибудь. Вот с клубникой, наверное, возьмем. А вот на обед я приготовлю суп-бульон с вермишелью. Для этого мне понадобится две картошки. Посмотрим, сколько они будут стоить. Я возьму одну луковицу. Я возьму один томат. Я еще взяла одну морковку. Я решила еще вот такой фотодел. И смотрите, тут есть вермишель за 11 рублей. И вот такая вот еще какая-то есть вермишель сразу с курицей, что ли. Я так думаю, это вряд ли с курицей. Короче, поэтому я думаю, возьму вот такую вот просто. Красная цена. Еще я взяла сладкий перекус, я взяла вот такой вот йогурт. Посмотрите, какое я шикарное дело пришла. Кстати, смотрите, что нашла. Желешку за 27 рублей. Вообще классно. Только надо посмотреть, главное, на срок годности. Сейчас будем смотреть. Настя пошла на кассу. Оплачивается. Нифига себе, у нее корзинка. Ладно, я, возможно, буду не на первом месте. Возможно, я буду на втором. Потому что, блин, у меня вот сколько. Ну да ладно, я тоже в корзинке тащила. Теперь идем на кассу. Что у нас получилось? 69. Итак, мы уже пришли домой. Давай смотреть, что мы купили. Да. Давай сначала завтрак. Давай. У меня вот такая вот каша быстрого приготовления с клубникой. Она стоила 6 рублей. У меня тоже каша быстрого приготовления. Она с пятерочки, она тоже с клубникой, и она стоила тоже 6 рублей. Я, кстати, покупала в магните, а Марулол в пятерочке. Да. Давай теперь что, обед? Да, давай обед. Итак, у меня на обед... Я взяла две картошки. Пока сюда положу. Одну я не забыла, я не забыла. Потом я взяла одну морковку, лук обычный и помидор. А я взяла вот такую вот вермишель быстрого приготовления с горячим бульоном. И опять же, в пятерочке она стоила 11 рублей. Я, кстати, не знаю, сколько стоили овощи, потому что там по килограмму, и там типа, ну, не показано... Я нюхаю. И там типа не показано, сколько годности не смотрела. Я только на желешку посмотрела, и сейчас тут вот. Ну, не бойся, если не просрочно ничего. Ну, это да, там невозможно просрочно. И давай ужин. Давай ужин. Да, давай ужин сразу. У меня на ужин будет вот такой вот просто йогуртик. Он стоил, это самая дорогая покупка, он стоил 17 рублей. Вот, я такое сделала как бы немножко... Знаете, что моя самая дорогая покупка? Яблоко 28 рублей. А яблоко это типа самый вообще дорогой фрукт. Типа овощам, фруктами. Нет, манго, маракуйя. Ну, я имею в виду, что которые... Обычные. Да. Они самые дорогие. И вот сюда овсянка. Мы, наверное, будем банан брать тогда уже. Да, кстати, я тоже думала, как с бананом сделать. Да. Вот. А теперь вы пока подумайте, что мы будем готовить из этих продуктов. Но когда мы будем готовить, мы вам скажем, что это за блюдо. Да. Вот. Как тебе покупочки? Все хорошо, давай еще наполнить посмотрим. Можно наполнить еще не смотрели. Я, кстати, наполнить ничего не взяла. У меня полник это будет ужин, потому что на ужин я как-то не особо типа ем. У тебя что наполник? У меня наполник. Я хотела взять две конфеты. Мне сказали, что они не взвешиваются, и возьми так штучки три. Короче, я взяла 5 конфет. Значит, конфеты вот этих вот легендочек от Бузиков от Меладных. И самая еще моя одна дорогая покупка, это желе, она стоила 27. Это у тебя полник? Да. АСМР. Чисто качеля. АСМР. Вот, в общем, мне понравилось вообще, что я купила. Мне кажется, достаточно сытно, ну, мой день будет. Поэтому сейчас будем готовить. Итак, а мы начинаем готовить. Мы готовим. Сначала завтрак. Да. Потом мне такое. Работает.
Итак, вот так вот у нас получилось. Я налила кипяточку свою. И вот так здесь вот мою. Вторая. И у меня тушь. У меня тушь, но что-то... что не плачу. Я тоже пока не плачу. Почему плачем? Потому что режем лук. Я его даже не буду резать особо, я вот так вот сделаю. Тот? Нет, просто мне очень приятно. Я плачу. Ну как себе? Нифига себе, я расплакалась. Я тоже. Что-то я не очень до всех луков плачу. Типа, я могу... Короче, там кидается в сковородку, это тоже надо порезать. Блин, я хотела поплакать. Бум-бум-бум. Вот что у нас получилось приготовить. У меня каша, рагу и вот такой вот йогуртик на ужин. Так, у тебя что? У меня вот такая овсяная каша с клубникой на завтрак. Лапша, быстрое приготовление, буквально за 11 рублей, кстати, она очень вкусно пахнет. На обед полник арбузиками и желешкой такой. Неоново-зеленый, кстати, очень прикольно трясется. И ужин. Овсяная каша. Итак, а теперь вот будем пробовать такой, да. Вот эти вот всякие блюда очень вкусные. Мне, кстати, очень вкусно пахнет рагу. Прикольно, да. Да, ну, овощами, в принципе. Да, понюхай. Ну, знаете, она пахнет как будто, да, как будто не сваренная. Так, итак, давай. На все факу первого. Давай. Первые ножницы. Цуефа. Цуефа. Yes, моего первого. Так, мою кашу пробуем. Так, вот такая моя кашка. А что у меня зелень? Зелень. Ты оттуда ложку достала? Нет. Ну слушай, нет, у тебя тут зелень такая же, как там. На завтрак каша зеленью. Положи в раковину, другую ложку достань. Вот такая у меня получилась клубничная кашка. Так, дальше. Да. Давай, обед твой. Давай, окей. Это доширак, я обожаю доширак. Но это не доширак, это? Ну, это... ну, это как бы, можно сказать, доширак. Просто, ну, не от их фильма. Я даже доем. Ты плохая прям лапша? Да, доем. Обед вообще 10/10. Да, согласна. Обрали, так? Ой, какую лапшу. Ладно, 10/10 много, 9/10. Не, у меня прям 10. Да, обед. Можно, но можно. У меня рагу. Здесь картошка, морковь и лук. Напали. Сладко вкусно, а потом доедем. Угу, за кадром. Стоп, съемка, мы едим лапшу. Да. Так, давай, за свою луку. Да. Пробуем. Ой. Картошку. Пробуем картошку. Это посолить, так что. Дальше. Это со вкусом. Вот. Ну, короче, там какие-то... Я обожаю, потому что... Так, и... Она опять была лучше, блядь. Она стоила целых 11 рублей. Тут дешевле, чем мой йогурт. Не страшно пробовать. Ты кашу не доварила. Доварила.
сырую кашу мне дала. Вот, в общем, подводим итоги. Что тебе больше понравилось из моей кухни? Рагу. Всем пока, с вами была Ламарина Гоу и Мару Лоу. Всем покусики! Покусики! Прикусики!